По итогам чемпионата и первенства России по вольной борьбе среди глухих у Республики Саха-Якутия 6 золотых медалей. Это более чем удачное выступление, отметил министр спорта Георгий Балакшин. Сегодня в столице подвели официальные итоги соревнований. Среди взрослых якутяне завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды, а юноши принесли 3 золота, 3 серебра и 6 бронзовых. Всего на ковер турнира вышли 158 борцов из 18 регионов страны. Победителям от имени Министерства спорта Республики вручили по 200 тысяч рублей, от Федерации спортивной борьбы Якутии по 100 тысяч. Кроме того, денежное вознаграждение получили тренеры Василий Стручков, Эрчемен Макаров и Прокопий Николаев. Чемпионы страны будут претендовать на участие в 23-х сурдолимпийских играх в Турции этим летом. Когда я участвовал в Дети Азии вот этим летом, и у меня была финальная схватка, и мне было очень сложно победить соперника. Но на чемпионате России вот то же самое было с тем же самым соперником, и я его победил. Мне было сложно, потому что мне мысли мешали, я боялся проиграть. И на второй-третьей схватке я уже все позабыл, открылся и собрался духом и выиграл.